Друзья, всем доброе утро. Среда. Что-то как-то у нас по погодке как-то свежевато стало. Ребят, некоторые, знаете, когда приезжают в Израиль, говорят: о, мы первый раз видим такие мотоциклы, когда впереди два колеса. Я, честно говоря, не особо прям, да, там мотоциклы и машины, но тоже, да, два передних колеса. Вот у Миштары они ездят на таких. Друзья, зашла вот этот популярный магазинчик. Тут всякое, ну, такое для дома, и косметика, и ароматизаторы, и 5-20. В принципе, продукция здесь ничего такая. Я вот мужу покупала шариковый вот этот вот, значит, гель для бритья, и он очень был доволен, и надолго хватает. Бомбочки вот тут всякие. Вот, красочные, да, такие прям люстерки. Зашла посмотреть вот набор свечи, ну вот это скрабы. Кстати, у меня был один скраб, лосьон для тела, как-то я его забросила. Свечи, вот наборчики, вот эти все скидки. У меня Мадонна нет. Вот этот вот я покупала шариковый, ему очень классный, очень. Вот он 80 шекелей стоит, это очень дохренища. Но его хватило ему больше, чем на год. Ой, слегка. И вот этот вот гель для бритья. 50 шекелей он стоит, тоже ему надолго хватило. Получается, если взять, например, вот шариковый гель и что-то там еще, и типа что, еще три товара дадут в подарок, что ли? Ой. Да, ароматизатор, так поняла. В машину. Ой, пахнет так классно, таким прям мужским. Скорее всего, нужен диффузор. Посмотрела на диффузор и, короче, вот это у меня такое масло для тела, вот тоже я не очень пользуюсь. Вот то, что я себе покупала, я не очень пользуюсь. А муж все израсходовал, ему прям зашло, все так классно. Вот это тоже, наверное, в машину ароматизатор. Вот 5 шекелей. Что-то там. Крики, как обычно. Это Израиль, друзья. Свечи. Свечи тоже очень красивые. Но цена у них, конечно, блин, нифига себе, как говорится. Сейчас, может, подойду, спрошу, что нужен Мадон на эту мифсу. Ну, бомбочки, конечно. Ванны-то нет. Была бы ванна, я бы взяла бы себе бомбочку. Кайфанула бы. Но ванны нет. Вообще, ванна в Израиле — это роскошь, друзья. Знала я, что Мадон для этого не нужен, а это уже хорошо. Это хорошо. Видите, какая здесь, да, вот можно чем-то попробовать, да, вот скрабы же. И такая вот раковина. Очень прикольный этот магазин, очень такой, знаете, стильненький, классненький. Такая косметичка. Но тут и цены такие. Такие, прям такие. Я вот не пойму, вот это что, халат, что ли? Свечечки. Цена за набор или как? То есть, да, ну, девочка говорит очень плохо на русском, понятное дело. В общем, я пока подумаю. И она сказала, что да, Мадон не нужен. То есть, вот этот магазин Лалин, кто с Израиля, в
принципе, там, да, может, какие-то подарочки или что-то как-то. Так что, в общем, друзья, этот магазинчик Лалин. Три товара покупаешь, три идет в подарок. Но я думаю, это будут самые-самые там дешевые товары, наверное, в подарок. Или два товара ты покупаешь, и третий тебе идет в подарок. Маладон для этого не нужен. Магазин мне нравится своим, вот знаете, стилем. Вот такой вот, все как бы такие нюдовые тона там. Вот эти вот люстры. Вот эта вот раковина, да, прикольная прям. Нравится. Вот мужу весь зашел товар. Очень классный, качественный. Ну, а мне то, что у меня... Ой, друзья, тут мини-новогодняя сказка. Фотозона вот такая. Смотрите. Женщина в кадр попала. Ну да. Вот там вон для деток что-то, какой-то мастер а-ля класс, наверное. Рисовать. Ну, прикольно, прикольно. Так, просто там было что-то написано, что-то зимняя, вон эта вывеска, и на входе она есть. Пытаюсь развеять свои тучи в голове. Что-то как-то на меня нахлынуло и никак не развеет. Праздник пончиков Ханука продолжается, день четвертый. В Раладине уже ничего я не хочу. Кстати говоря, да, цены выросли. Вот сейчас здесь с подругой общалась там по поводу другого. И она говорит, да, пипец, выросли цены. Даже те же пончики, они дороже, чем в том году. Вот эти вот даже самые обычные, без всяких наворотов. Да, друзья, пользуюсь я моментом, что на улице... Нет дождя. Вот сейчас, кстати, зайду в одну пекарню. Так, друзья, звук я отключила, потому что музыка играет. Будет авторское право. Во всех израильских пекарнях, во всех магазинах играет музыка, песни. В общем, вот тут такой выбор пончиков. То есть это такие, как типа с наворотами, да, пончики. Вот тут вот... Есть и с фисташками, и клубничные, я так понимаю, раскрасненькие. Потом вот с такими как бусинками, потом вот орео с шоколадом. Друзья, там такой балаган, такой кипиш. Кстати говоря, вот тортики тоже офигенные. Короче говоря, вот эти вот пончики, которые я вам только что показала на видео, тоже цена 10 шекелей за один. Не знаю, я пока не хочу. Что-то я как-то... Два пока съела. Первый день и третий день. Возможно, сегодня я пропущу. То есть через день по пончику. Не знаю. Мне просто было интересно зайти в другие, посмотреть, как они выглядят. Пекарни, да. И цена какая. Потому что... Ну, вот в Раладине, как вы заметили, да, самые реально дорогие. Как бы, да, там есть и подешевле. Но за вот такой вот, который я покупала, 16 шекелей. И там, ну, реально ничего особенного. Ничего особенного. Ничем он не вкуснее, сам именно пончик. Презентация, и мне кажется, только то, что бренд Раладин, да. Типа, и все. Боже, сейчас девочки снесут. Что-то уже как-то жарковато. Видите, люди начинают снимать куртки и так далее. Но утром было просто очень холодно. И ветерок довольно-таки свежий. Но, в принципе, сейчас 20 градусов уже. На солнце жарковато. Да, в общем, друзья, походила. Кстати, мне пришла вечером вчера смс-ка, что посылка пришла. Я такая думаю, вдруг ирригатор мой. Угу, конечно, но его только я заказала как бы слишком быстро. Они и так как бы 12 дней пообещали, что ж быстрее. Но в прошлый раз, когда я заказывала, ну, правда, не у этого, наверное, продавца, не знаю, что говорю, я не сохранила
это было с другого телефона, с другого аккаунта. А мне через 10 дней пришел ирригатор. Он мне очень нужен, очень. Я же говорю, у меня есть стоматолог, я один, второй, там, ну, спрашиваю, да, типа, ирригатором пользуешься? То есть, ну, нужно. С ирригатором и со всеми делами, да не очень. А что же говорить без ирригатора-то? А, но нет, пришла посылочка, и тоже очень быстро. Предыдущие раза я ждала что-то там месяц, около 2 месяцев. А это вот за 13 дней. Ну, я еще не получила, конечно, но это посылка, которая с мазями. Которую я вот это вот вам рассказывала в одном из видео, что, ну, такие согревающие. Что в Израиле поперепробовала вообще все возможные, и мне вообще, ну, нету такой, что вот согревающая мазь, её вот, ну, нету. Поэтому пробую вот такое. Как говорится, такой вариантик. Потому что и цена, знаете, там что-то 15 шекелей за тюбик. Но она такая прям, там вон синагога, молятся. Везде выпечкой пахнет. Выпечка, пончики и так далее. И тут я, наверное, какую-то прохожу. Так, вот это, наверное, здесь пицца. Вообще запах вот такой вот, пицца чувствуется. Не жалею, в планах было что-то там начинать делать дома. Типа украшать, помимо вот этой икебаны. Но настроение не то, что на нуле, друзья, а минус ноль. Так вот, не очень хорошо как-то все идет. Друзья, забрала посылочку. Тут 2 тюбика вот этой мази. Я вам покажу просто, как бы, или фотку вставлю, или так сниму. Но здесь для Израиля мне она как бы 15 шекелей одна выходит. И здесь, если покупать просто самую обычную, которая мне вообще никак не помогает, она и то дороже стоит, то ли 18, то ли уже дороже. Поэтому вот это вот мне нравится. Так. Ну что, друзья, вот эти мази, они по сути как бы одинаковые, шанхайские, что то, что это. Просто пачечки разные, но внутри даже как бы тюбики не одинаковые. Вот. То есть чуть-чуть один темней, а один светлей. То есть вот они мне нравятся, они там с каким-то якобы ядом или чем-то таким, они прям такие греют, немножко успокаивают, но хотя бы какой-то есть эффект на пару процентов. Ссылку я оставлю в описании, вдруг кому-то надо, захочет попробовать. Для Израиля, я же говорю, вот я заказываю 15 шекелей, по-моему, стоит. У разных продавцов бывает чуть дороже, бывает чуть дешевле, бывает платная доставка, бывает бесплатная доставка. Ну, короче, бывает плюс-минус же цены тоже скачут. То есть я оставлю ссылочку в описании. Друзья, зажигаем 4-ю свечу. 4-й день Хануки. Антон до сих пор не может запомнить, в каком порядке расставлять и поджигать эти свечи. Как бы 4-й день подряд. Четвертая свеча разгоняет страхи и сомнения. Вселяет спокойствие. Чувство радости. И наполненности. Ну, Антону уже вселило чувство радости. А мне вот что-то нет. Потому что так тупить при поджигании, путать лево-справа, это, конечно, надо уметь. Причем здесь не стоит до того, что ты поджигаешь, друзья, свечи ставят
справа налево, а поджигают шамашем, которую поджигают самую первую, потом слева направо. А Антон до сих пор путает, несмотря на то, что сегодня уже четвертый день Хануки. И это уже можно запомнить, особенно когда я перед этим 5 раз повторила. Он делает все наоборот. Ну, мега просто умный, серьезный, ответственный парень. Так, это было не да. Но самое главное, друзья, то, что в него четвертая свеча чувство радости вселила. То есть, видите, работает, работает. Так что на такой вот веселой ноте я буду заканчивать это видео. Всем большое спасибо за ваши просмотры, за ваши комментарии. Подписывайтесь дальше, ставьте палец вверх. И всем пока-пока, до завтра.